Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной трэш, очередной максималочки. У меня очередной герой на максималке. Вот это вот такой вот Анубис, а теперь он вот такой вот. И решил я вам показать его на максимальных домах, который может быть, чтобы он был мега-мега-мега просто имбовым. Ставим ему пенчбокса. Здесь пока у нас будет ремочка. Я вам просто покажу и расскажу о данном герое, что он может и что это за имба. В общем, основной его талант наносит 370% от атаки, максимум 100 целей, понижая их атаку на 50% на 10 секунд. Кулдаун 8 секунд. Герой трансформируется на 12 секунд, получает на 80% меньше дамага. Вот так вот. От максимального также наносит самое основное. Вот все думают, что он мега-мега круто бьет. Он бьет мега-мега круто основным своим скиллом, который процентуальный, 13% от максимальной жизни. Также воскресает 3 раза, получается. Раз, два, и на третий он уже дохнет. Вот так вот. Самое основное — это вот это вот, ребятушки, он у меня уже вот такой вот сборки. Суперсила 7-7, просто жесть, плюс 80% атаки, если был победный на нем было 55, то тут 80 плюс дополнительно набирает быстро энергии. Такой вариант для PvP локации, не знаю, я сам его еще, честно говоря, не тестировал. Сейчас буду вместе с вами тестить, посмотрим, что он может. Ну, однозначно его будут сливать, и причем сливать конкретно. Сейчас я уберу зефиром юнитов, я хочу посмотреть. Ой, называется, уберу, я его даже не поставил на деф. Так, ищем его. Ну, статки у него просто конкретные, я вам сейчас покажу. Я вам не показал. Он полностью собран на урон. Точно такой же, как Минотавр. Урона у него 54 тысячи. Вот так вот. Ой, точнее 54, 55, почти 56. 56 тысяч атаки, я офигею. Раньше мы просто 10к, для нас это было просто вау. А сейчас, как видите, здесь просто жесть полнейшая творится. Так, поехали. Поехали в рейд. Посмотрим, что он может. Сможет ли он шотить или нет? Как думаете? Вот сейчас мы это проверим. Сейчас пусть зефир юнитов немножко умрет, чтобы он сразу бил по героям. Ну, в принципе, все. Итак, чик. Ты бить будешь или нет? Вот что-то непонятное. Вроде и ударил, и что-то незаметно этого урона. Давайте еще разок тест сделаем. Вроде имба, а вроде и нет. Такс. Ну, видите, надо кем-то юнита выбирать. Других вариантов нет. Приходится зефира посылать. Вообще, это вообще печаль. Что это такое? Почему он юнитом не бьет? Наконец-то. Одуплился, блин. Ну, в таких вариантах космо на дефе это просто подарок. Честно говоря. Так, отлично. Все. Есть. Теперь только чик. Ну, что-то такое себе, не знаю. Чтобы мега-мега-мега от вражеского Анубиса он даже там не ливает, не сает. То есть точности однозначно ему надо точности. Поехали на подземке. У нас есть такая хорошая подземочка. Не седьмая.
На подземках, в принципе, ремка нам не надо. Мы сейчас на подземке поставим железку. Железка будет получше. И заодно посмотрим. Так, где-то у меня была 9-я железка, кого я там сегодня Минотавра тестировал. Вот такой вот вариант будет. Поехали посмотрим, что он сможет сделать здесь. Так, по-моему... Ну, это такой, это нуба-тест. Понятно. Тут, короче, все панчбок сейчас будет у нас убивать вокруг. И теста у нас не получится. Сейчас мы поменяем немножко с вами тактику. Вместо панчбокса я уже показывал. Да, панчбокс классный. 120%, но самый идеальный вариант для таких героев — это вот это. Вот это просто подарок. Почему? Потому что он не рушит все вокруг, и герой вот так вот раз, и все. Дает возможность героям, которых ближняя атака, подойти к цели. Такс. А, тьфу, ты что, я сюда полез? Давайте посмотрим вот здесь. Что он делает? Просто урон выше, сколько там, 28 лямов у него или сколько. Тут понятно, выносит просто налегке. Это просто бешеный дамаг, нереальнейший. Поехали на кошмарка 4. Вот здесь есть 4-9. Тут у нас есть вот такой вот месо, у которого 80 миллионов, 18 лямов, 16 или даже больше, там процентуальный был. Что-то какой-то двойной урон идет. Ну-ка еще раз. Ну да, в принципе, он же бьет. А, тьфу ты, это смотр у нас бьет. Убираем смотрителя. Я думаю, что за фигня? Кто у нас там так подбивает? Так, красный, красный, поставим зеленого. Все нормально, смотра теперь нет, теперь можно идти. Я думаю, что за фигня? Вот, теперь будет получше. 10 лямов, 16. 16 и 6. Не понял, а черт. А, все, понятно. Там же идет и тот урон. Еще разок показываю вам, чтобы вы просто приблизительно понимали, что он может. Это не бугимен. Бугимена намного выше атака. Вот 12 лямов. 36 и 12. 16 и 16. 9. Слил. То есть такой вот урон, ну такое себе, если сравнивать. Но зато, ребят, это 100 целей. То есть, чтобы вы понимали, плюс дебаф. Не надо сравнивать там того же самого, если брать бугимена, да, он бьет всего лишь сколько там, 5, по-моему, целей. То есть и все. А здесь 100 целей получает такой урон. И плюс здесь дебафы, ну, немножко разные герои. Он по-универсальнее будет, смотря для чего вы его качаете. Поехали, мне интересно посмотреть на него подземки. Давайте так, давайте начнем 5-ю посмотрим, так как точно так же, как я тестировал Минотавра, а потом дойдем еще до PvP локации. Поехали. Ну тут просто вот, просто песня. Два залпа и все. И все просто чисто. Теперь поехали на интересно на 6-ю. Тут тоже, по идее, должно все так быть легко. Вот просто
Просто вынес нафиг всех. Ну, понятно, демонов он не снесет. Это Unreal, конечно же. Но, конечно, красиво это смотрится. Все, демоны его убили. Так, давайте дальше. Давайте седьмая. Плюс у него быстрый заряд энергии. То есть он просто нереально долбит всех. Это жесть, как он чистит. Офигеть. Вот это да. Ну, у нас осталась одна тень. Короче, нереально он чистит. Я, честно говоря, в шоке. Посмотрите, как быстро заряжается. Вот это реально плюс. Ну, просто зачистка. Я офигею. Ну это просто, ребят, это просто пипец. Одна Кенди выжила. Ну я не знаю, давайте попробуем восьмую. Ну понятно, он здесь демонов не вынесет. И мне просто интересно. Надо попробовать так сделать, чтобы он хотя бы один раз у нас включился. Это Unreal. Просто, ребята, Unreal. Вот это такой вариант для подземок. Просто топчик. Так, где там у меня это бюро магии? Больше всего, вот оно. Так, делаем так. Делаем так. Так, еще на атаку его. Вот так вот. Ну, просто нереально жесткий, как по мне. Так, ну тут он на отражалках сольется. Это понятно. Тут ему надо другую сборку делать. Да, и тут отражалок дофигища. Ну ладно. Ну ладно, ну пофиг. Хоть посмотрим. Ну, ты ударишь хоть раз. Ну, ударь. Не бьет. Молчанку накинули. Давайте на другой подземке попробуем. Сейчас где-то попробуем его. Так, чтобы он включился. Вот здесь, думаю, будет нормально. Ну ты хоть раз ударить можешь? Просто пипец какой-то. Так. Я, конечно, по восьмым давно бегал. Надо будет взяться попроходить. Заодно посмотреть, что где, блин. Здесь хроны. Шмоны, хроны. Вот, 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 ребят, вот это, ну, посмотрите, что с этой базы случилось. Это просто пипец. Это Unreal какой-то. Одна Махатма там осталась. Но тут просто можно вот Фрея там Минотавром зафармить на 3 звезды налегке просто. Офигеть. Вот почему он реально крутой. Тут, наверное, у нас будет та же самая ситуация. Сразу словил молчанку. Да, тут он даже не ударил. Ну, видите, все от подземки, конечно, зависит. Но то, что он сделал на 7-10 с одной тычки, просто нафиг всех вынес. Вот это реально было круто. Это при том, что никаких бафов, ребят, нету. То есть нету ни купидонов, ничего.
Ну, тут молчанку, видите, получает. И все. Не хочу друга просто менять. Смотрите, как его просто тупо не успеваем. Не просто не успеваем. Но сейчас еще разок попробуем. Ну, ты ударишь. Не, вроде ударил, кого-то слил. Я не видел, правда, кого, но вроде что-то там ударил. Или это землеройка ударила стрелка, неизвестно. Ну, в общем, ладно. Поехали дальше. Поехали дальше тестить это все. Ну, вы понимаете, что на любой отражалке он просто улетит нафиг. То есть тут варианта какого-то... Просто нет, он просто будет улетать у вас на любой отражалке, но мы сейчас попробуем его потестить на аренке. Закинем его сюда и сбегаем с вами еще на ЗБ. Сейчас молчанку, наверное, словит. Ну, сразу минуснул там, красиво причем так минуснул. Ну, дальше понятно все. Давайте обновим. Просто нереальный у него урон, честно говоря. Я не представляю, сколько там атаки. Я хочу уже потестировать такого бугимена. Ну, ударь! Видите, парализовал и все, и варианта никакого нет. Это просто жесть, ребят, просто стычки нафиг. Сказал ему до свидания. Я офигею. Были герои и не стало героев. Посмотрите на этот урон. Лям просто. Тупо дамажит. Это просто жесть, ребят. Какой у него бешеный дамаг. Проверим вражеского. Чик. Так, тут даже Фрейя у нас есть. Ну, давайте, ребята. И тут, кстати, ну, они пройдут его однозначно. Фрейя. Но все равно он хорошо стоит. Даф, надо будет, пишите в комментах, я думаю, может этот дафный вариант сделать. Максимальный даф, но это надо будет уклон наролить. Ну так вот, реально чистить юнитов, я по-любому его попробую. Вот, у кого-то отражалка была, посмотрите, что. Мы сразу слились. Ладно. Поехали на PvP локации. Интересно еще, давайте попробуем на экспедицию его сводить. Смотреть, как он здесь будет героем. Ну, конечно, если там нам попадется Фрейя. То это будет печальней. Просто до свидания. Хотя, что здесь тестить? Так, окей, поехали. Поехали на забытую еще сбегаем. Посмотрим, что он здесь может.
Потом где-то я вам его еще, если хотите, покажу. Пишите в комментах, где вы хотите увидеть эту зверь-машину. Но это нереальная тема, конечно. С Дрого он, конечно, весело смотрится. Тут просто будут улетать сейчас, ну, я не знаю, тут вторые эволюции. Их просто нет. Ну, вот реально, их просто нет. Там отражалка у кого-то. 50 плюс еще на 100% увеличивает. Я просто офигею с этой атаки, честно говоря. Единственное, кто спасся, это Огник. И то это было недолго. Надеюсь, мы сейчас какого-то топа хотя бы встретим здесь со вторыми эвами. Может, конечно, вряд ли. Не, ну это, конечно, тоже топы, но не того уровня, которого нам хотелось бы. В общем, ребят, реально полный трэш. Пишите комменты, что вы думаете по поводу этой сборки. Но такой Анубис, конечно, на фарме, если он будет, это просто, просто нечто. Дамага нереально много. Даже не считая то, что он там процентуально тоже круто бьет. Но... О, есть что-то интересное. Так, Махатма, Анубис. Это жесть. Посмотрите на эту битву. Это реально там просто офигеть. Ну, остался один Огник и все. И все. Всех остальных он просто убрал. Обалдеть. Вот реально хорошие герои. В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых обзорчиков топовых героев. Всем удачи. Всем пока.